think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, просто трэш творится, я не знаю, реально попытки по-разному дают. Приходят они дополнительно награды, то есть 2-3 у кого как, у кого 5-6 попыток. Самое основное — это забрать сундуки, то есть выбить золотой ключик, соответственно, набить оттуда пыльцу, карты, то есть тех сундуков по возможности, потому что обычные попытки они вам дадут просто сундуки, сами, скажем так, топовые сундуки, ну то есть кто в курсе, те знают, о чем я говорю, они дадут вам разные итемы, то есть акции реально обалденные. У нас сегодня, я вчера должен был ролить на этом аккаунте, но он захотел сегодня, у нас сегодня на аккаунте роллинг, опасный заяц. Опасный заяц, гильдия, новая кровь, кидайте заявочки, вступайте. Атака фортов 20.00, ВК, гильдия New Blood. Контакты есть, пишите. Connected, коне. Короче, неважно. Я просто, знаете, я просто в шоке с того, сколько на русском сервере реально... Сегодня ребят получило халяву, это реально круто. Если без донатов были самоцветы, вы их... не потратили в первый день, а сегодня подождали. Реально это кайф. В общем, поехали. У нас сегодня роллинг созвездий на аккаунте. Аккаунт у нас донатный. 57 тысяч самоцветов. Знаете, я даже думал, задумался, может себе на основу задонить сюда и вытащить там барда, вытащить то. Потом думаю, бля, нахрена донатить? Вот реально, нахрена в эту помойку донатить вот на русском сервере? Я за английский так еще думаю, потому что там как бы аккаунт поинтересней. А на русском, ну, я уже давным-давно забил на это и задумался сегодня вообще, нафига, вот реально. Баги не исправляют, херню вводят, за донат героев вводят, и тут вот тика хопа бах, и все их получили, ну, герои стоят 10 баксов, ну, сделайте просто бесплатную игру, вот и все. Получайте на рекламе, не делайте эти платные, получайте просто чисто на рекламе. Все будут рады, все будут довольны. Берите пример с ПВЗ, там просто встроили рекламу и за счет каких-то итемов, плюшек, сменок получают нормально бабла. И не заморачиваются, и люди играют. В общем, ладно, поехали, посмотрим на аккаунт, что тут есть на аккаунте. 95, нету мастера рун, нету мэрии. Королева Ос, полярный лис, божество, дама холода. Ну, в общем, последних донатных героев у него, скажем так, нет. Есть возможность, возможно, не знаю, их вытащить. Сейчас посмотрим, что у него по осколкам. 33, 59, 35. Окей, поехали. Он захотел, чтобы мы потратили самоцветы, мы поролили сегодня созвездие. Не знаю, зачем десятку качал. Вообще жесть. Зачем десятка? Так, точность. Так, как это нам так, чтобы всех по очереди смотреть? Сейчас посмотрим барда, давайте посмотрим. Четвертые уклоны. В принципе, бард нормально. Давайте посмотрим таких более востребованных. Землеройка. Короче, тут надо будет нам все спустить на созвездие. Единственное, я хочу в первую очередь посмотреть ворожея. Пятерка, пятерка. Пробуем побольше пятерок выловить. Так, отлично, еще одна пятерка. Ну, надо ворожея в первую очередь делать. Это самый востребованный герой. Да, нам еще самоцветы сливать.
Ну, уклоны, конечно, хреново. Я вчера тоже ролил здесь на русском сервере. Уклонения реально фигово падают. Вообще не идут. О, наконец-то. Только сказал, вообще не идут, сразу же начали падать. Нормально, мы уже 7000 слили. Так, нам нужна еще одна пятерка, хотя бы, чтобы у нас была шестая чарка. Четверка. Ой, отлично. И за 1950 точность. Ну, нормально, я считаю. Точность, хотя особо там не нужна. Так, окей, 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 отлично, с этим разобрались. Давайте более таких новых героев будем смотреть. Рая пока трогать не буду. Рая может жить и без этого. Так, Огнику надо тоже подправить. Ладно, давайте сначала здесь. Так, пятерку, пятерку и пятерку закрыли. Поехали. Тоже надо словить. Отлично. Тьфу. Еще одну пятерочку. На созвездие это самая затратная тема. Вообще изи. Все потом доролит. Так, что у нас здесь? Здесь сборная солянка, понятно. Давайте землеройку. Землеройку надо полностью делать. Тут надо уклоны, чтобы землеройка подольше жил. Сотрю так, отлично. Первый есть. Для таких самых востребованных героев у него нету там лисицы. Он тоже бы сейчас качался. Зефир у него с точностью, в принципе, зефиру хватает. С таких основных еще оккультиста посмотрим. И барда переделаем. Четверка, не то. Ну, видите, самые улетают просто. Ну, дайте пятерку уже, ну. Издеваются просто над нами четверка. Три пятерки, конечно, круто. Блин, опять четверка. Это самое любимое дело. У меня на этом около 10 лямов. Ну, не 10, но лямов так 6-7 самоцветов улетело на созвездие. Потом уже стало проще их ролить. Я много так потратил, на фигню перекачивал. Но это самое затратное на сегодня в игре, что есть. Ну, вы что, издеваетесь? Блять, у меня чувство, что мы сейчас все 20к сольем на эту одну пятерку.
но ее надо добить. 4-5. Блин, ну вообще пипец. Четверка, да нафиг четверка, дайте пятерку, блин. Двойка. Короче, идем до победного. Те герои, в принципе, еще будут жить. О, отлично. Оставим пока так. Так, оккультист. Тут тоже у нас все печальненько. Я надеюсь, мы хотя бы 4 пятерки вытащим. Да давайте уже. Блин, ну пипец. Вот вам, ребятушки, созвездие. Ну, хотя, в принципе, на... Сколько мы там? 2 или 3 героя сделали. Более-менее нормально. За 50к это нормальная цена. Тем более, это уклон. Как-никак. Две пятерки. Какое? Ну, еще дайте хотя бы одну. Жесть. Ну, бывали моменты, когда и по 100 сливалось. По 100 тысяч. Ай, четверка упала. Блин, 555 осталось, пятерки остались, оставим эти самоцветы. Ну что, ребят, позабирал немножко попыток. Рандомно, очень рандомно дает. В итоге здесь, ну, совсем по-другому получилось ловить. Но все-таки словили несколько плюх. Конечно, не так, как хотелось бы. Я не стал добивать дальше, потому что все попытки открыты. Словили мы здесь 2 карты. Не получилось, так как на первом аккаунте оно очень рандомно дает. Где-то больше, где-то меньше. Но я попробовал, не знаю, на разных аккаунтах все по-разному. Ну, я надеюсь, вам это поможет. В любом случае, это не одна карта, это 2 карты и куча плюх. Там еще забирать и забирать. Он уже будет сам забирать, потому что я запарился. На 2 аккаунтах пару часов провисеть. Очень долго это все собирается. В общем, поехали. Поехали. Посмотрим, что у него тут по осколкам. Мне интересно. Так, землеройка. Я уже добивать все не буду. Сам добьет. Лист. Барт. Мэри. Ну, в общем, есть кого получать. Так, у него не хватает. Я думал, будет подольше. Но я уже просто тупо... Ну нафиг. Леди Божество, Полярный Лис. То есть это то, что нам надо получить. Сейчас попробуем вытащить. Блин, было бы неплохо. Так, это овощи, этот крылья. Ну ему с таких героев никто по сути не нужен. Свален. Бард. Сучка. Ну, дуэлянт и бард падает в основном. Блин, обидно. Обидно. Ну, аккаунт, в принципе, донатный, поэтому тут не особо. Тут есть возможность, я думаю, у него потом попозже собрать их. Так. Ну, Мэри, в основном я уже показывал. Бард падает и
У него бард есть и дуэлянт, у него дуэлянт тоже есть. Ну, у него классный донатный аккаунт, интересно, сколько доната. 450к, ну, все герои есть, в принципе. Обидно, конечно, то, что не вытащили. Идем еще с Ильем. Парящий остров. А, и у него было пыльца еще. Мы взяли, заролили все. Ну, сори. Сори, я уже просто... О, 10 штук. Нифига себе. Зефир 69. Классный день для некоторых аккаунтов. Реально очень крутой. Получить можно нормальные плюшки. Ну, кому как повезет. Видите, по-разному падает. Тут ничего с этим не поделаешь. 33. Еще 10 выпало. Нифига себе, божество по десятке фигачит. Место закончилось. В общем, вот так вот. Не знаю, я считаю, это вообще, это бомбическое. Конечно, некоторым ребятам везет, падают там и лисицы, и прочее. Некоторым менее везет. Здесь донатный аккаунт, поэтому тут, я думаю, он особо не расстроится, что не упали те, которые нужны были, но самое главное, что упало по созвездиям нам. Ну, а так, в принципе... Не знаю, кто воспользовался, красавчики. Я надеюсь, у большинства без донатов появятся хоть какие-то топовые герои. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.